крепление страховка для экшн-камеры Sony. В упаковке находится пряжка с замком 2 штуки, ремешок 3 штуки и инструкция. Пряжка с замком выполнена из пластика и предназначена для блокировки камеры в крепежном узле. Страховочный ремешок имеет площадку с клейкой поверхностью. Рассмотрим установку камеры на примере с креплением на липучке. Чтобы установить крепление, сначала продеваем страховочный ремешок в специальное отверстие бокса и делаем петлю. Устанавливаем стандартную крепежную площадку из базового комплекта камеры, после чего вставляем камеру в пазы гибкого крепления. Приклеиваем площадку страховочного ремешка. Затем берем пряжку с замком привязываем к основанию крепления на липучке и вставляем в пазы крепежной площадки камеры. Настраиваем угол наклона камеры и готово. Теперь крепление вашей экшн-кам стало еще надежнее, а снятые кадры еще более экстремальными.